Российская армия имеет множество уязвимостей, воспользовавшись которыми вооруженные силы Украины могут не только нанести ей большой урон, но и разгромить. Об этом пишет военный эксперт Юрий Будусов. В случае начала наступления войск российских оккупантов ВСУ могут не только нанести им большие потери, но и разгромить, воспользовавшись своими преимуществами. Поскольку войну одними ударами с воздуха не выиграть, российской армии придется проводить наземную операцию, а на земле украинская армия значительно превосходит российскую, утверждает эксперт. По его мнению, у российской армии имеются 5 недостатков, а у ВСУ есть 5 преимуществ. К недостаткам русских он относит отсутствие пехоты, способной вести самостоятельные действия в отрыве от бронетехники. По его убеждению, в российской армии роль пехоты выполняют подразделения спецназа, а они малочисленны и не имеют вооружения и техники для самостоятельных действий в общевойсковом бою. Еще один недостаток – отсутствие у российской бронетехники защиты от украинских противотанковых комплексов 2-го и 3-го поколения, а также поставленных из США ПТРК «Джевелин» и британских НЛО. Насыщенность противотанковыми средствами позволит ВСУ еще на ранних этапах уничтожить не только танки, но и другую бронетехнику российской армии. Третий недостаток – низкое насыщение российской армии современной оптикой и тепловизорами с вытекающими отсюда выводами, что ВСУ будут видеть все издалека, а российская армия – только вблизи. Четвертый недостаток – отсутствие эффективной ПВО, способной прикрыть наступающие части от ударных беспилотников ВСУ типа «Байрактар». Как пишет Бутусов, имеющиеся у России комплексы ПВО не способны закрыть воздушное пространство от ударов беспилотников. Ну и пятый недостаток – неспособность российской армии вести длительные интенсивные боевые действия. На этом фоне у ВСУ имеются преимущества, которые позволят разгромить российскую армию. Во-первых, это возможность быстро наращивать численность пехоты. Во-вторых, это разведданные, которые ВСУ будут получать от НАТО. Далее, высокая насыщенность противотанковыми комплексами, защиты от которых нет. Потом, наличие турецких «Байрактаров», а также способность восполнить потери в вооружениях за счет союзников. Все это позволит нанести российской армии непоправимый урон и разгромить ее, подводит итог Бутусов. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.